Есть... Не знаю, не знаю. Девочки или мальчики? Не, не подумайте, я как бы натурал. Девочки или мальчики? Кто сильнее? Битва армий? Сражения? Воины? Солдатики? Но кто победит? Розовые девочки или армия белых мальчиков? Сложно, сложно. В любом случае, сегодня мы это с вами проверим. А кто будет сражаться в следующей серии, вы сами можете написать комментарий, потому что мне уже идей нету на самом деле. Уже был Дед Мороз, и хейтеры, и майнкрафтеры, и девочки, и мальчики, и бре, все уже были. Поэтому напишите в комментарии, кого вы хотите видеть в следующей серии. А в этой серии, ребята, я вас попрошу поставить огромнейший палец вверх, потому что у нас уже почти скоро Новый год. И чтоб Дед Мороз Эдисон вручил вам замечательные подарочки на Новый год. Поэтому ставьте лайкусик. Поставили? Молодцы. А сейчас мы, ребята, с вами будем начинать. Посмотрим, кто кого, а кто никого. Меньше слов, больше дел. Погнали! Ну что, давайте будем начинать. В принципе, вот наш Евгений и вот мой замок. И сегодня у меня будут розовые, да, розовые воины. Не обращайте на это внимания, не судите их по внешности. Они очень злые, очень коварные и очень жестокие. Обложка это всего лишь обман. Поэтому у меня 10 стаков самых злых воинов во всей вселенной. Ну, надеюсь, что вот такой крутой замок у меня получился, небольшой, он такой в стиле какой-то фауны. То есть, обычный лес и обычный заброшенный замок. А, в принципе, Евгений тоже там что-то показывает, и мы, ребята, будем начинать. Поэтому ждем и приступим. Спускай! Иди сюда! Не спущусь, не страшно. Иди сюда! Не быкуй! Иди сюда! Не хочу. Иди сюда. Я буду отсюда наблюдать. А, будешь оттуда наблюдать. Ну давай, я предлагаю начать уже и сразиться же. Сразиться. Ты что, сегодня гламурный какой-то? Я сегодня розовенький, но, как я уже говорил, не суди по внешности. Они очень злые, очень дикие, понимаешь? Ну, такое, знаешь, похоже на какие-то маленькие такие, знаешь, такие вот. Какие? Такие. Да, ну такие. Ну хорошо, хорошо, давай, сейчас посмотрим. Ты готова или не готова? Сейчас мы твоих девочек как бы размотаем. Размотаю. Ну хорошо, давай, выпускай, давай, на счет три. Давай, раз, два, три, поехали! Погнали, пацаны, вот! В атаку, давайте! Мне кажется, как бы труда даже не составит этих девочек уничтожить, я прям почти уверен в этом, да. Твои девочки просто офигеют от моих... Да, просто офигевают от белых воинов, да? Да, как я вижу. Да, что-то как я реально вижу, они раскидывают меня потихонечку! Подожди, а где конница? Я не вижу конницу, нету конницы. Я тоже забыл конницу в этот раз сделать, но ничего страшного, ну ладно, значит, мы наравне, Жека. Ну да, наравне, в принципе, да, мы наравне. Ну да, ну наравне, ты меня раскидываешь немного, да, ну наравне, вообще наравне. Я же тебе говорю, мои, как бы, мужики твоих гламурных девочек. Твои вообще не умирают, как я вижу, вообще не умирают. Да, потому что, как бы, гламурные девочки, они не победят никогда настоящих белых мужиков. То есть розовые меня в этой серии очень даже подводят, да? Типа как я вижу. Да, потому что, понимаешь, девчонки, как бы, ну они такие, понимаешь. Ты смотри, какая разница, уже в половину уже какая разница. Жека, ты что, ты остановись? Давайте, Нексус ломаем, пацаны, давайте, не ждите. Я случайно убил своих двоих, поэтому это не в счет, понимаешь? Ну хорошо, ладно, так уж и быть. Я считаю, что нужно бить женщин и детей. У меня розовые, у меня только дети и женщины, поэтому это нечестно, Жека. Я бью женщин и детей, потому что я сильнее. То есть, как только я создал армию женщин и детей, то ты типа сразу победил, сразу такой жестокий, да? Да, потому что я бью женщин. Не, на самом деле это шутка. Я сейчас реально всерьез воспримут вот это. Это шутка, шутка. Мы все это поняли, то что это шутка, да. Да ты уже раскидал мой Нексус, чё за хрень? Я не мог понять, ты чё, читеришь в этой серии, а? Да, я... Читер проклятый! Подрубил щиты. Не, на самом деле, я тебя предупреждал, как бы, что розовые, ну, такие, знаешь... Какие? Нас обычно такими называют.
Так, что-то, я сейчас не вдуплил, еще раз. Ну, короче, всякие недалекие чуваки нас называют вот одним словом, да? Вот я считаю, что розовенький именно вот подходит вот под это. Розовенький. Да. Я не понимаю, что сейчас делать, Евгений. Это нечестно, это нечестная битва, понимаешь? Так, ну стоп, это я их поставил, как бы я сделал розовых чувачков. Нет. В смысле ты их сделал? Не, ну как бы, ну не я же их сделал, ты же их сам поставил. Так у меня были дети и женщины, почему ты их вообще бил, если они розовые? Так, ну стоп, ты сам отправил их на бой, ты сам их... Они добровольцы, давай с этого начнем, я их не заставлял. Ну какая разница, ты их выпустил. Вот, ты как бы позвал сражаться, да, вызвал меня на дуэль, кинул мне перчатку. Вот я согласился, я не знал, что там женщины и дети. Короче, Евгений, у нас второй раунд детей и женщин. Но это ты понимаешь, что женщины и дети опять просрут, ну ты же понимаешь, что это есть. Я не знаю, Жек, посмотрим, просрут, ну, так они слабенькие, понимаешь, женский пол, ну, как, ну, понимаешь, слабее мужского. Давайте, девочки, мы с вами докажем, что это не так. Сейчас мы с девочками докажем, а мальчики за нас болеть будут. Чё? Эдисон предводитель девочек. Ладно, хорошо. Ты ладно, давай, запускай. У нас сейчас необычные сражения будут, а летающие сражения. Поэтому давай. Ты готов? На Пегасах, прям все для тебя, Эдисон. Ты готов? Готов? Да. My Little Pony, поехали. Раз. Два. Три! Поехали, давай! Посади в атаку, давайте, пони, пегасы, ящерицы, кого и только вот тут нету. Я вообще не знаю, что происходит, Эдисон. У меня сейчас Майнкрафт вылетит нафиг. Все в атаку, пацаны, все, девочки, да что ж так, девочки в атаку. Кто выигрывает? Я не знаю уже, опять ты выигрываешь. Девочки, не подводите меня, девочки, ну не надо. Вперед, девочки, вперед! Да что? Не надо бить девочек! Что тут происходит? Я не знаю. Это специально такой раунд, что просто ни хрена не было понятно. Это красиво выглядит. Очень красиво. Это очень красиво. Особенно мне нравится, как всех твоих убивают. Мне тоже очень нравится. Это мне тоже. Это мне тоже просто очень нравится. Я не понимаю, что у меня в этой серии с этими всеми происходит. Они просто стоят и ничего не делают, понимаешь? Я не понимаю, это очень рандом на самом деле работает, ну, то есть у нас абсолютно одинаковые войска. В чем проблема? Ну, все потому, что они розовые. Да, вот я говорю, в этом самая большая проблема, то, что они розовые. Да, девочки, понимаете. Нет, все-таки мы доказали этой серии, что девочки послабее, чем мужики будут. Понимаешь? Я не знаю, это мы еще... Может, в следующей серии я также сделаю девочек, и они тебя растерзают. Это хорошо, сделай девочек, я опять выиграю по-быстренькому, вот. Хорошо. Ты на это уже точно поймешь. Мы это посмотрим в следующей серии. Мистер Лавелас. Хорошо, девочки, мы с вами еще всех порвем. И с мальчиками также, понимаешь? Так что не переживай. Нет, например, вдруг сейчас случится камбэк просто. Камбэк Израиль. Думаешь, прям такой камбэк? Я на самом деле очень сильно сомневаюсь. Ну да, тут уже такой перевес достаточно большой. Посмотрим. А мне кажется, просто подкрутка, реально, просто разработчики сделали так, что розовые почему-то слабее. Уже не девочки? Для девочек? Я все понял. Это все изначально было запланировано, я так и понял. Да, надо во втором раунде было черное делать, черные бы всех порвали, понимаешь? Девочки, ну хотя бы, ну кого-то хотя бы убейте еще немного, ну хотя бы кого-нибудь, ну девочки! Ой, девочки, мне жалко их, понимаешь, они не пытаются что-то сделать. Понимаешь? Ты их так подбадриваешь, да? Девочки, вперед! Боевой клич! Ту-ду, девочки, вперед! Ту-ру-т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 у-ру-
спамятся девочки, только без шмоток, девочки без шмоток спамятся. Девочки без шмоток, без макияжа, ты понимаешь? Без макияжа спамятся. Чё делать? А что вы Nexus не бьете, пацаны? Как бы вот Nexus, надо его ломать. Тут смысл в этом. Ага. Нет, не надо, ну как бы. Они просто не трогают дом девочек, понимаешь? Они уважают девочек. Да это не круто. Мальчики, нужно, вы же уважаете девочек ломать. Или нет? А ломайте этот домик Барби, давайте. Не надо! Успокойтесь! Пацаны, не надо никакой домик ломать! Ничего не надо ломать! Не надо, не надо никакой домик! Алло! Все, я уничтожу его, не переживай.
Как-то эпично. Всех убил, всех убил. Нет, смотри, тут еще мои воины ходят. В общем, Евгений, я тебе жму руку, поздравляю с заслуженной победой в этой серии. Я побил всех девочек сегодня, отлично, спасибо. Я рад. Я бы на твоем месте не радовался, честно тебе скажу. Потому что мы еще с девочками всех порвем, всех докажем, все докажем. Потому что девочки не слабые, понимаешь? Да, не надо, понимаю. Я тебя умоляю, не надо. Убери это с рук. Но нет! Убери это. А, а шо я парюсь? Что? Что ты наделал? Что ты наделал, Эдисон? Так нельзя. А вот так! Ладно, девочки, не расстраивайтесь. А мальчики, подбодрите, пожалуйста, девочек в комментариях. Напишите то, что девочки очень крутые и красивые, и то, что мы Жеку еще порвем в следующей серии. Поэтому, ребят, ставьте огромные пальцы вверх, если вы хотите продолжение армии. Вот. Да. Вот. Ставьте лайкусики. Если будет много лайков, будет много серий. Я вам прям обещаю. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наши каналы. Вы будете молодцами, если подпишетесь. Обещаем. Спасибо всем. Всем удачи. И всем пока. До свидания. Нельзя баловаться. Убери спички. Ребенок.